Производство и реализация минеральных удобрений постоянно сопровождается опытной работой. Фосагра реализует мелкоделяночные опыты и закладывает производственные опыты. Производственные опыты закладываются с ведущими предприятиями страны. Одним из таких предприятий является АО «Агрогард». Я, Заярный Андрей Александрович, являюсь руководителем Орловского филиала компании «Агрогард». Компания «Агрогард» является одним из крупнейших сельхозпроизводителей Российской Федерации, оперирует на территории 5 регионов. Это Краснодарский край, Орловская область, Курская область, Тамбовская и Липецкая. Наше предприятие работает на площади более 50 тысяч гектар, и в своем производстве мы используем и выращиваем 5 основных культур. Это озимая пшеница, яровой ячмень, соя, подсолнечник и кукуруза на зерно. Основными, конечно, у нас являются озимая пшеница, это более 21 тысячи ежегодно мы высеваем, и посевы сои, это более 9 тысяч гектар ежегодно, которые используем в производстве. Для того, чтобы предприятие развивалась и эффективно работала, мы совместно с компанией «Фосагра» закладываем опыты на наших основных культурах, на которых испытываем системы питания растений, то есть различные системы удобрения, которые затем уже по результатам полученных этих испытаний мы стараемся использовать уже непосредственно в основном производстве. Это нам, в общем-то, позволяет вести достаточно рентабельную работу нашего предприятия, добиваться неплохих результатов. Ну, в качестве примера могу привести буквально несколько цифр. Это то, что мы на площади более 20 тысяч гектар получаем урожайность озимой пшеницы до 60 центнеров. По подсолнечку получаем урожайность на площади свыше 5 тысяч гектар до 40 центнеров с гектара. Это достаточно неплохие цифры, которые, в общем-то, позволяют в дальнейшем предприятию развиваться, совершенствоваться, приобретать достаточно производительную и высокоэффективную технику. Ну и, безусловно, являются основой для того, чтобы сельхозпроизводство в нашем предприятии и именно в нашем регионе оно развивалось и уже, так скажем, показывало необходимый результат. Наше предприятие ежегодно высевает озимую пшеницу на площади порядка 21 тысячи гектаров. Основными предшественниками являются зерновые колосовые, соя и пар порядка 10–12%. Мы находимся сегодня на поле отделения растениеводства номер 2 «Тапки», где сегодня производим сев озимой пшеницы, в том числе и проводим закладку опытов совместно с «Фосагра» по испытанию влияния минеральных удобрений на урожайность и качество производимой продукции. На данном поле происходит закладка озимой пшеницы применением удобрений азот, фосфор, калий и микроудобрений. В том числе сегодня эти удобрения с содержанием серы. Это один из важных элементов для формирования белка в растении. Третий год мы видим анализы, что сегодня есть значительная прибавка по отношению к контролю до 5 центнеров. Это одна из важных актуальных тем на сегодняшний момент в сельском хозяйстве. Возникла из-за того, что сегодня урожайность сельскохозяйственных культур, особенно озимой пшеницы, она уже превышает свыше 60 центнеров. И сегодня у нас вопрос, как сегодня использовать минеральные удобрения, не увеличивая себестоимость производимой продукции. В демоопытах на озимой пшенице в организации ООО «Агрогард» «Орел» компания «Фосагра» предоставила 3 системы питания. Первая из них – это применение комплексного удобрения «Апавива» НПКС, 10 единиц серы к контролю. Контроль хозяйства – это удобрение «Диамофоска» 10–26–26, 2 единицы серы. Вторая система питания от «Фосагра» – это сульфоаммофос. НПС 16–20–12 единиц серы. Третье – это аммофос 12–52. Аммофос будет служить контролем к сульфоаммофосу, так как не содержит в своем составе серу. Тем самым мы проанализируем, каким образом сера влияет на получение более качественного урожая в опытах на демополе на агрополигоне 2021 года в Орле.